Мы подошли к концу еще одного года. И что это было за катание на американских горках? Я хочу поблагодарить наших зрителей за поддержку и молитвы, которые они возносили от нашего имени. Мы очень маленькая команда здесь, удивительное открытие Африка. Но я верю, что Господь творил чудеса среди нас. Для меня даже невозможно рассказать вам все, что произошло в этом году, и как Господь работал среди нас, и как Он провел нас через трудные времена и вывел нас. И мы смогли достичь только за этот год 7,3 миллиона зрителей на канале Amazing Discover Africa, только на канале YouTube. Это не включая другие каналы, это только единичные обращения. Мы не знаем, сколько людей или групп смотрят, поэтому их количество значительно выше. Только Бог мог добиться этого для нас. Я хочу поблагодарить наших зрителей за верную поддержку и все эти молитвы. Без вас это было бы невозможно. Но я также хотел бы повторить, что я всем сердцем верю, что мы движемся к бедствию. Наша церковь уже была раньше в таком положении. В 1888 году сгущались грозовые тучи, провозглашался законопроект Блэра. Это было время подготовки. Первая попытка войти в Ханаан. И я верю, что грозовые тучи снова сгущаются. Я не знаю, что именно ждет в будущем. Я знаю, что говорит пророчество. И я знаю, что мы находимся на пороге самых последних событий. И как сказано в Библии, если Господь не вмешается, кто останется в живых? Не спаслась бы никакая плоть. Так что я верю, что Господь собирается вмешаться, и мы увидим великие события, происходящие в следующем году. Это захватывающее время, это тревожное время. Но я хочу быть в этом времени, и я уверен, что и вы хотите быть там. Я хочу видеть Господа, грядущего на облаках небесных. И у нас есть эта прекрасная возможность. Нам нечего бояться, разве что мы забудем, как Господь ввел нас в прошлом. Итак, от всей души, здесь, в этой южной части Африки, от команды Amazing Discovery Africa, мы хотим еще раз поблагодарить вас. Без вас это было бы невозможно. И я считаю, что нам нужна эта огромная армия, чтобы расти, чтобы распространять весть, чтобы этот третий ангел, связанный с этим могущественным ангелом, с громким кличем, мог донести весть до мира и призвать людей из всех этих организаций и привести их в гармонию с законом Божьим и с Его благодатью. Наша весть — это праведность по вере, в истину, которая проявляется в соблюдении заповедей Божьих. Да благословит вас Господь, пусть Он сохранит вас, и пусть мы все вместе встанем на стеклянном море. Благодарим вас от имени Amazing Discovery Africa.